Доброе утро. Доброе. Как дела? О, хорошо. Всю ночь охотились, под утро приехали. Сейчас еще планируем. Все-таки мы не остановимся, пока сазана не возьмем, походу. Поймали рака, а у него рачков. Здоровый, отпустим сейчас. Вот это рак. Вот, понимаю, рачело. Огромный просто. О, аксакал еще что-то варить собирается. Что здесь будет такое вкусное? Я уже чувствую. Шурпа это. Будет. Шурпа? Да. Красавчик. Ты давайте... Настоящий повар. Видите? Кушаем такой замечательный плов. Рецепт не сдаем, так как он фирменный. Но сегодня-то мы возьмем сазана, нет? Конечно. Уже надежда, пора бы. Надежда. Уже четвертая нырялка пойдет у нас за два дня. Мы уже все варианты попробовали. И не только мы. Да. И многие здесь, да? Здесь только народу было. Да, да, да. И все хотели сазана. Второй день мы уже отдыхаем здесь, хорошо, не спали, правда, всю ночь не спали, чуть-чуть поспали, поехали опять нырять, днем пока ничего не взяли, вернее, что хотели, то не нашли, рыба была, ну, сейчас будем коптить то, что есть, а есть у нас много, приедут гости, поэтому нужно подготовиться. Можно снимать. А в чем фишка? Они такие эти, да, масляные, да? Фишка то, что они слизистые. Так и здоровые. Нет, а ты их чем-то этот или нет? Нет, не все так. Ну, Альбин, держи. Ну, давай. Ты будешь первая сегодня. Спасибо. На линях горячего копчения. Супер. А тем временем аксакал умер. После трех наших нырялок он просто не может проснуться. Бедолага, устал. Приятного аппетита. Спасибо. Как рыбка? Супер рыбка. Радмир молодец. Ты шулюм опять сделал? Я не готовить, я собрался есть. А, нифига себе, ты уже сделал шулюм? Да. Красавчик. Ты уже третье блюдо за второй день делаешь. Кушать захочешь? Да, с тобой, блин, хочешь не хочешь, растолстеешь. Вот так главный подвох принимает утренние ванны. Какой утренний? Вечерний уже? Сегодня мы на последний бой настраиваемся. Ну, Найль, если мы сегодня сазана не найдем, я больше сюда не приеду никогда. А я так думаю.
Я думаю, надо остаться просто еще. Завтра точно отдем. Ваш фонд брусь. Ой, вообще. Тебе надо поваром работать, а не подводным охотником. Вообще бомба. Это же работа. Я 40... У меня это... стаж. 40 лет без работы, понимаешь? Научился готовить хотя бы, да? Поэтому... А поваром работать, это уже работа, это как-то со мной есть. Короче, аксакалы можно, не знаю, в любую точку Башкирии брать на природу на пару дней и знать точно, что ты будешь есть только самое вкусное его блюдо. Добрый дед всех хочет накормить сегодня. Не только вас и нас. И вас. И бедных чаек. Несносный дед! Помахай рукой! Рыбка вообще обалденная. Скажи это, Рост. Наконец-то я с ней справился. Такая вкусная рыба. Спасибо, родной. Озеро как-то, да? Ну вот, вскипела наша вода. Раки на костре, это просто огонь. По, кстати, по моему рецепту, который я сбрасывал, видео сейчас буду делать раку. А главное, запаха нет никакого, да? То, что они варятся. Сегодня уезжаем. Последний день у нас. Наиль такой расстроенный сразу. Ну, остался крайний деликатес, да, который мы должны доесть сегодня. Вот такие раки. Пацаны приехали, сейчас угостим тоже их. Перекусим. И потом последний шанс на сазана, да, у нас получается. Как-то так вот. Четвертая охота за два дня. Ночную решили с аксакалом остаться и попробовать найти сазана. Но здесь уже как бог даст. Мы столько его ищем. Он должен сам к нам приплыть. Это действительно. И днем, и ночью, да? Везде шуршим. Я своим женам всем вместе взятым столько не уделял внимания. Как одному сазану, да? Слушай, мы просто обязаны уже его найти. Говорят, что он здесь есть. Есть. И мы его найдем. Да.
очередное утро в Кандыркуле. Но, к сожалению, трофейного сазана не получилось найти. Видел одного где-то на полторушку такого. Хотел камеру включить, заснять. В это время он стартанул. Кстати говоря, много рыбы из-за этого уходит, потому что на 5-6 часов камеры не хватает. Пока включишь, какая-то рыба уходит. Ну, в целом, довольны. Сегодня хорошие лени попались. Килограмм полтора такие. То есть, не зря поплавали. Поставили жирную точку в Кандыркуле. Хороших леней набрали. На Кандыркуле лени есть. Да, лени конкретные есть, притом хорошие. Как-то так. Ну, друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем хорошей охоты, друзья!